26 февраля продолжаем распаковывать версию Evolution Nomad Pro. Данная распаковка будет для Романа. Город Чебоксары. Приобретает два кресла, одно для себя, другое для друга. Значит, вскрываем Nomad Pro красная нитка и Nomad Pro белая нитка. Абсолютно все новое, абсолютно все запечатанное. Большие изменения в этой версии именно в обвесах кресла. Это значит подлокотники, угол наклона, механизм мультиблок. Поставили мультиблоками уровня декстрейсера. Подлокотники уровня декстрейсера. Брендованные. Угол наклона только где-то взяли с сторонней фабрики. Не такой, как у Dextracer, но, по-видимому, закаленный. Закаленная сталь там идет. То есть не черная, крашеная краской. А закаленная, вроде как луженая. Так, первый вскрыли. Сразу второй вскроем. Также в сравнении с нашим образцом в нашем магазине само сиденье кресла стало мягче. Подушки тоже ощутимо стали мягче. Так, давайте денег начнем. Memory, пена с эффектом памяти. Очень мягенькая подушечка. Откидываем. Так, инструкция понятна. Естественно, упаковку изменили, это все наглядно видно. Предохранительная пенка от ударов. Упаковка стала подороже. Также все ощутимо, кресло не потеряло в весе, то есть рама, как у версии 2.0, увеличенная, усиленная, с ребрами жесткости параллельные. Как их назвать-то, профиля на сиденье. Так, сейчас мы его. Оп. Ткань вот такая же, как у версии 2.0. Вот видите, фокусируется. Новый телефон, все делает очень классно. Стойка к стиранию. Ткань. Так, подлокотнички. И правила эксплуатации кресла все те же. Правильно взаимодействуем с углом наклона спинки. Поднимаем рычаг без всяких хрустов. Ухаживаем за тканью с помощью автофилии и пылесоса. Приобретаем именно для ткани аэрозольку, пенка. Ее называют там сухой шампунь. Так, вот подушечка тоже очень мягкая. Подлокотники все идеали. Болтики вот на таком блистере. Ну вот эти вот болтики, это для спинки. Вот эти вот гаечки и гравера тоже для спинки. Вот это болты крутятся подлокотники. Это болты крутятся мультиблоки. Тут они еще в блистер упаковали какие-то пластиковые прокладочки, ну надо смотреть инструкцию, для чего они сюда их засунули. Интересно, можно посмотреть. Ну это уже как бы все дома разберутся, тут в инструкции где-то написано. Да, и это, наверное, второпластовая прокладка. Да, но эти большие шайбы, это между мультиблоком и рамой. Кстати, вот эти шайбы, ну, между мультиблоком как амортизатор используются, но их можно, наверное, использовать для исправления атаки. То есть вариант классный получится. Угла атаки сиденья. Это заглушки на пластиковые декоративные накладки. Так,
с этим разобрались. Вот мультиблок уровня декстрейсера. Угол регулирует режим качания, тоже отрегулировать обязательно нужно. Дата производства. Видим, 23.11. Мультиблок литой, усиленная планка на мультиблоке. Круть. Колеса, газлифты, пластик. Не вскрываем эти коробки, там точно, однозначно все должно быть на месте. При такой упаковке отдел качества работает. Так, угол наклона. Вот мы видим эту стальную, луженую, металлическую закаленную планку, на которой находятся металлические зубцы. Так, ну и здесь все. Профиль с ребрами жесткости, все как положено. Вес сиденья такой же, как у версии 2.0. Увеличенная рама с этими профилями. Так, переходим к креслу номер 2. Красная нитка. Такая же мемори подушечка. Инструкция. Надо поднять. Надпись. Даже как бы не обращаем на нее уже внимания. Надпись. Но она есть. Вот турнирная надпись на спинке Nomad Pro. Красненький цвет. Ткань. Все то же самое. Сразу видно, что никаких сквозных отверстий нету. Да, помягче стало. Вот прям. Да, есть помягче. Вот прям. Сравним вот эту версию 2.0. Вот эту Pro. Так, продолжаем. Подушечки однозначно мягкие. Пятилучья есть. Также мультиблок. Подлокотнички смотрим на месте. Все красиво. Так, приподнимем. Пластик. Не падай. Тоже, ну вот видно там. Внутри находится луженый наклона зубчики. В принципе, все. Вот тут пластик у нас тоже все хорошо. Можно производить оплату. Кресло будем отгружать на завтра. Так, напомню, это отгрузка у нас в город Чебоксары. Два кресла едут по одному адресу.